Рубрика «Прошу совета. Как рисовать кота?» Привет, я Дарья Поздняк, и сегодня у меня на разборе работа моей ученицы. Она не знает, как завершить работу, тут осталось буквально чуть-чуть, и сейчас мы поговорим, что можно сделать. Итак, первое – это белые зоны под головой кота, хочется их успокоить. Посадить их буквально на полтона, на один тон темнее. Сделать это очень надо мягко, поэтому нужно подмочить лист сзади и с лицевой стороны. И аккуратненько вплавить туда этот тон. Второй момент. Бабочки. На этих двух бабочках можно добавить вот в этих зонах орнамент голубыми, синими, зелеными цветами, какими хочется. Чуть-чуть орнамента. Например, точечки, кружочки какие-то или еще какие-то элементы. Третья бабочка. Она немножко темновата. Хочется чуть-чуть вымыть буквально пару элементов. Но если не поддастся бумага, всю бабочку замывать не нужно, буквально парочку маленьких фрагментов. Если они не будут поддаваться, тогда просто в этой бабочке посадить что-то немножечко темнее. Какое-то пятнышко синее или голубое, в поддержку похожее на те синие моменты в других бабочках. Следующий момент. Конечно же, надо нарисовать усы в конце уже по сухому или почти по сухому. И глаза немножечко такие тут однообразные. Хочется тоже подмыть чуть-чуть капельку в том месте, где рефлекс напротив блика получается. И капнуть туда буквально чуть-чуть или желтенького, или розовенького. Может быть, даже розовенького, потому что вот розовый присутствует в ухе, и он так красиво смешивается с другим цветом и образует довольно гармоничный сложный цвет. Поэтому этот цвет тоже можно использовать. Хочется, чтобы глаза заиграли немножко, как будто бы они отражают окружающую действительность. А так они как будто бы немножко вырезаны, слишком однообразным цветом они сделаны, без каких-либо то ни было рефлексов. Собственно, все. На этом работа будет завершена. В конце отставить ее, посмотреть, все ли хорошо, ничего ли не стало бросаться в глаза. Но в целом я бы не хотела, чтобы Элина замучивала работу. Тут вот буквально только эти моменты. Ничего больше не требуется. На этом все. Как попасть в мою рубрику, читайте под этим видео. С вами была Дарья Поздняк. До новых встреч!